Здравствуйте. У многих цветоводов-любителей возникает вопрос, как почистить загрязненные листья. Несмотря на то, что вы их протираете тряпочкой, влажными салфеточками, они все равно остаются не блестящими и непривлекательными. Для придания блеска листьям существуют специальные спреи. Пользоваться ими очень просто. Наносите спрей на листья на расстоянии 30-40 см и даете подсохнуть. Мы дали спрей подсохнуть и посмотрим, что получилось. Вот этот листочек мы обработали, вот этот необработанный. Разницу вы можете видеть сами.